Всех приветствую. Сегодня мы пробуем самую дешевую кирпичок быстрого приготовления. Это, конечно, не мельнина, но смотрите, называется она вот это да. 7,50, которую я сегодня купил с парой. Со вкусом говяжьего и со вкусом курицы. Что здесь примечательно, что здесь у нас дированная соль. Вот такая вот вермишелька у нас сегодня будет. За 7 на ужин, если я буду готовить себе. Вот, оценят ее. Вот это вот дети оценят, они попробуют. Не знаю, насколько она будет вкусная. Просто так открываем. Вот так. Это он как-то вот сильно. Я не ожидал, что он так сильно запакует. Что у нас здесь есть? У нас здесь просто вермишель. А, нет, есть, папайя снова. Я попробую на вкус, как раньше мы ели сухие. Покупали. И так ели, я не знаю. Не могу даже. Что вкус, я уже не помню. Хотя нет. В таком виде она очень вкусная. Сейчас тебе приглашу попробовать. Попробуйте, скажите свое мнение. Ну как? Вкусная. Во. Да. Сухом ведь оно вкусное. Сейчас мы ее заподяжим. Вы основу. Куда? Вкуснятину. Понравилось, да? Суповой основы сюда. Ну, что-то там какая-то. Снова повторяю, это стоит 7,50. Дешевле я просто не нашел. Я обещал показать самую дешевую. А это мне. Слушай, это туда же. Такой вкуснятин. Вот так вот. А можно я так тоже покажу? На. Не надо сюда это делать. Палец. А куда надо? Не надо ее крошить, не надо крошить. Так. Детям очень понравилось, она в таком виде сушеная. Ну, вкусовые качества не изменились точно. То, что было самое дешевое в наше время. Так, сейчас я высыплю суповую основу. И будем заливать кипятком. И поставим на 10-15. Так, больше руки сюда не суйте. Вы голодные? Нет. Все? Просто вкусная. Маме скажите об этом. Какая вам готовит такое? А как ее можно приготовить? Купил, да ешь. Все, 15 минут заедите. Вкусный суп. Вот что у нас получилось. Сейчас мы попробуем вкусняшку. Повторяю, за 7,50. Сначала пробуем бульон. Вот бульон реально не, вкусный. Не, надо попробовать. Бульон на 5 я бы оценил, реально очень вкусный. Юль, будешь бульон? Будешь? Сейчас дам жене попробовать бульон. Какой жене, маме? Маме. Бульон не буду. А? Ну как? Бульон вообще вкусный. Дайте мне. Так, сейчас попробуем лапшу. Ну как лапша вам? Клевая. Ага. Так, сейчас. Я заценю. Сейчас будете обедать. Вот. Макароны. Ну, оно такое. Мы вот это будем есть, оно вкусное. На троечку потянет. В итоге ставим 4, да, вот этому продукту? Главное, что она не перченая. Сюда можно еще майонеза положить.
Вот эти вкусняшки. Можно я еще раз бульон попробую? Угу. Не, бульон зачетный. Хотя такая вот суповая основа здесь. Вкусно сегодня обед? Ага. Папа плохо не готовит. А на ужин будем ведь пакет другой пробовать, да? Там суп будет куриный с вермишелью. Вкусный, надеюсь. Кстати, импортного производства. И стоил он 30 рублей. 4 порции, как обычно они делают. 30 рублей? Да, да, такой дорогой. Не, ну этот-то 7,50 стоит. Один пакетик. Ладно, больше не буду снимать, как поедание лапши. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Вон оно, как аппетитно.